Дума поймали Айсберга, уничтожили Айсберга. Afterlife догоняет еще и Шейкера, не дает ему играть. Сайленс от Флая, ультимативный по паку. И иллюзии Пэла забирают Afterlife'а. Ведь он готов драться дальше, хочет убить Снейка, кажется. Нет, переключается на Иммершена. Иммершен не дает укатиться. Здорово играет Витюн. Ну, он здесь же. Пытается драться. Ультракил для Дрима, он в спину зашел! Забирает Роджера! Рэмпейдж делает, добивая Флая Дрим! И сейчас он остается без маны. БКБ у него уже есть, он начинает бить Витюна. Витюн без шансов! Пытается разводить. Прыгает Иммершен, не дает ему разводить. Еще раз доппельгангер, Дрим за ним. Маны у Дрима просто не остается. Шейкер после выкупа с ультимейтом заходит. Пэл получает контроль. Пэл не может бить Дрима сейчас. Дрим пытается воевать у Дрима. Совсем нет здоровья. Добивает все-таки генерал Дрима. Но размен был в генерала. Убили также и Роджера после выкупа. Витюн один, один. Но он силен. Против Санейка дерется. Так у Морфа нет маны. Подтягивается Айсберг. Тут можно продолжать атаку. Морф под удар.